Всем привет, друзья, с вами снова Дэнни, и сегодня я расскажу вам, как пройти новый Фарзатон. Что ж, поехали! За самое простое испытание можно получить 55 тысяч опыта. Для этого необходимо всего лишь установить комплект Rocket Bunny на ваш автомобиль. Таких автомобилей немного. Найти их проще всего во вкладке «Автосалон. Герои модернизации». Ну а я просто покажу вам все доступные. За второе испытание можно получить 80 тысяч опыта. Для этого необходимо выполнить технику тройной проход 5 раз. Чтобы это сделать, необходимо обогнать 3 драйватаров подряд. Но проще всего это сделать в начале гонки. За третье испытание вы получаете 3 призовых игры. Чтобы его выполнить, вам необходимо закончить сетевое приключение. Единственное условие – это пройти все 4 гонки. Ну и последнее испытание – это победить в чемпионате. Необходимо просто завершить чемпионат на первом месте. Ну а приз за данное испытание – Lamborghini Sesto Elemento. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и удачи с выполнением заданий.